По распоряжению главы АНАП Юрия Полякова продолжается работа по инспектированию неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которая имеет в своем составе несовершеннолетних детей. Проводится проверка условий проживания, а также мониторинг надлежащего контроля за детьми. Помимо этого, в связи с началом отопительного сезона, особое внимание уделяется соблюдению правил пожарной безопасности. В ходе посещения мы рассказываем о том, какие правила противопожарной безопасности. Проводим визуальный осмотр, там и электропроводки, хватает ли, если это печное отопление, дров и угля для того, чтобы дети не замерзли в зимний период. Также мы смотрим и продуктовые наборы, и санитарное состояние. Мы вообще лишний раз заявляем о том, что эти семьи находятся под постоянным контролем государства, для того, чтобы у нас как можно лучше и правильнее эта работа была организована.